Всем добрейшего времени суток. С вами Горыныч, 46-я часть видеопрохождения игры «Ведьмак». Ну, давайте займемся тем, что у нас не получилось в предыдущей части, а именно замучим королеву Виверн, ее интересное имечко Моа. Ну, здесь как повезет на самом деле. Естественно, она там не одна тусит. Помимо обычных виверн, там еще появились королевские виверны. И, блин, они очень злобно кусают. Вот. Так. И по большому счету, ну что нам нужно для того, чтобы все у нас выгорело? Ну как, все достаточно просто. Естественно, ласточка, естественно, филин. И третье снадобье, которое желательно принять в любом случае, это Иволга. То есть она спасает от отравлений и выводит токсины из организма. Так, ну вот сейчас мы будем пытаться ее уконтрапупить. Соответственно, не забываем, у нас еще есть контракт на мясо виверн. Это надо трактирщику в новом Наракорке отдать, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот нам придется помимо королевы грохнуть еще трех виверн. Неважно каких, королевских или обычных. Ну, после убиения этой твари я сбегаю в Изиму, и надо будет продолжить квест под названием «Исток». Это вот то, что в самом начале третьей части нам поручила Трис расставить триангуляционные камни по всей Изиме. Два камня я уже поставил, один камень находится на здании ратуши в купеческом квартале. И после этого надо будет поболтать с Трис. Так, использование силовой техники, оно применимо только вот к королевским вивернам. Сама Моа, она достаточно быстрая тварь, и поэтому быстрая техника серебряным мечом, самое оно. Так, ну вот видите, одна виверна на нас покусила, сейчас мы ее быстренько отымеем. И не вздумайте просто ломиться там вперед напропалую, потому что вас загрызут в течение там десятка секунд, это уж точно. Ну как, виверны, их можно оглушить знаком арт, достаточно сложно сделать. Можете попробовать ставить ловушки или пытаться сжечь их знаком Игни. Как вам понравится? Вот смотрите. Вот сама королева, тупо повезло, она на нас прыгнула. И вот еще одна маленькая виверна. Видите, сама королева очень больно сволочь кусается. Будьте осторожны, потому что сама-то королева, она вроде бы как бы с ног не часто может сбить Геральта, а вот обычные виверны, как ни странно, они могут вот этими своими веселыми прыжками завалить ведьмака и его очень сильно покусают, если не убьют. Так, ну, чуть-чуть отступимся от игры. Вот, я не знаю, как бы мне показалось, или вот 45-я часть, там что-то с графикой было. Даже очень странно, потому что, как я уже упоминал, видеокарта, она очень хорошо держит картинку, и на максимуме, то есть очень даже все прилично на компьютере выглядит. И даже после
рендеринг тоже все нормально. Но вот когда пытаешься залить все это дело на тюбик, там какая-то хрень получается. Не знаю, будем смотреть. Если вот это видео такого же качества, непонятно, угловатого будет, да, даже с учетом полного сглаживания, то тогда я все-таки откачу видос на те настройки, которые были до этого. И я надеюсь, что последующее видео будет более прилично выглядеть. Ну, как вы сами видите, вот быстрая техника меча, она как бы против королевы реально действует. И вот, видите, мне применение знака арт закончило нашу драку. Так, берем бошку королевы. Не забываем, нам еще нужно два куска мясца добыть. Каким образом? Естественно, надо замочить еще двух тварей. Потом будет очень веселый 5 или 6 минут, когда я буду тупо пытаться на болоте найти башню мага, где находится портал, через который можно попасть или в лабораторию Каликштейна, или же вот в дом Трис. Здесь штуку, по-моему, перемудрили с разработчики с вот этими вот возможными путями подхода к башне. И единственное, что я смог придумать, реально, я пошел в сторону базы Скайтаэли. Кстати, после того, как мы уничтожили Саламандр, Скайтаэли там опять заправляют. Вот. И вот уже оттуда спокойно умудрился, вот видите, сбила сволочь с ног, умудрился попасть в башню мага. Как вы сами понимаете, здесь открытого мира как бы нет, и некоторые кусты просто нам блокируют точки входа, что действительно является не очень удобным. Вот, нереально, нас уже покоцали, давайте скушаем какую-нибудь еду. В этой части, скорее всего, нет. Я точно знаю, что нет. Я не куплю книгу с инсектоидами. Скикимор там всякую чушь собирать. Надо будет следующего дня дождаться и все-таки попытаться у какого-нибудь из антикваров приобрести эту книжку. Видите, я пометил башню мага, и все равно очень неприятно, когда только с одного места, с лагеря Скайтаэли, достаточно легко можно найти вход в эту башню. Так, ну, как я уже говорил, я здесь не покупал розовую ленточку, это так называемый амулет от плавунов и утопцев. Они тут на меня нападают активно очень. Почему я этого не сделал? Ну, не то, что денег жалко. Жалко, чтобы ингредиенты из этих тварей пропадали. Потому что как только вы эту ленточку повяжете себе на руку, то они на вас внимание обращать будут очень мало. Ну вот так, ну как воин Кикимора, силовая техника, и лучше с ней, конечно, не сталкиваться без принятия на грудь флакончика сыворотки, потому что, как вы сами можете заметить,
травит она нас жестко. Скорее всего, в следующем видео я все-таки закончу этот квест под названием «Исток». Ну, попытаюсь, по крайней мере. Там, естественно, будет одна из сексуальных сцен. В зависимости от того, как я уже упоминал когда-то, кого я выберу, Триса или Шани. Неважно, кого я выберу, карточки вы одну и другую все равно увидите. Так вот, как я уже рассказывал, сейчас я буду тупить не по-детски и носиться по болотам, пытаться попасть в башню магов, где в данный момент времени обретается алхимик Калькштейн. Ну, для чего мне это нужно? Чтобы телепортануться в лабораторию 3. Главным образом не только в лабораторию, а просто попасть в Визию. Так, ну ладно, сейчас он тут просто будет... тупой мочиловый монстр. Плюс у лагеря Скайтаэли, так как они там появились, ну, ничего там полезного мы с вами не найдем, насколько я могу это вспомнить. Например, я и Вен, он уже обретается в храмовом квартале у города Везима. Если кто забыл, напомню, это здание, в котором живет банкир Вивальди. Так, ну вот дом людоеда, туда я ходить не буду, нафиг надо. Так, ну что еще в этом видео? Так, в этом видео я все-таки найду чиновника-писца в городской ратуше, тем более мне все равно туда придется бежать. Значит, ему нужно 5 перьев кокатриксов. Они есть у нас, соответственно, 200 оленов у нас будет в кармане. И последний из камней, который нам дала Трис, опять же, находится на стене здания, в котором размещается городская ратуша и банк Вивальди. Вот. Королевского ловчего мы, естественно, не найдем, потому что он обычно торчит у себя там в городском квартале, рядом с дозорной башней, но примерно до 3-4 часов дня. И в другое время он куда-то убегает. Не знаю куда. Соответственно, бошку как королевы Виверна мы ему сможем ждать только уже в следующем видео. Вот. Так, ну вот, собственно говоря, здесь больше комментировать практически нечего. Ничего такого уж очень экстраординарного, интересного не произойдет. Только в следующей части будет какое-то реальное разнообразие. Займемся сексом с одной из девушек и опять встретим на своем пути мальчика под именем Альвин. Обязательно досмотрите до конца. Спасибо всем за просмотр. С вами был Горыныч. Пока.
Какая дыра! Есть хочу! Да?
Да? Я пришел по объявлению. Вот что нужно. Перья кокатрикса, 5 штук. У тебя они есть? Конечно, вот они. Спасибо. Печать сюда, подпишите счет. Следующий. Нет, это непростительно. Ведьмак, прячьте женщин. Довольно. Вечный огонь наполнил его сердце. Клянусь честью. Что это? Довольно. Клянусь честью. Как ты смеешь? Я пришел. Как? Потому, где говорилось о костях граверов. Награду даю. Я вернусь как ты. Понятно. Прекрасно! В этом бардаке!